Наш эфир продолжает новости. В студии работаю я, Тимур Сапар. Здравствуйте. Государственный визит президента Казахстана ожидается сегодня в государство Катар на Ближний Восток. В этом году Касым-Жомарт Токаев направляется впервые. Визит запланирован на два дня, 13-14 февраля. Чем Катар привлекателен для казахстанцев и отечественного бизнеса, расскажет наш корреспондент в Дохе Батагоз Айджанова. Дипломатические отношения между Казахстаном и Катаром установились в июле 1993 года с подписания совместного коммюнике. Первые шаги сотрудничества между странами были налажены в мае 1997 года во время официального визита тогда еще министра иностранных дел Касым-Жомарта Токаева. Годами позже были открыты посольства. И спустя 30 лет сотрудничества между Казахстаном и Катаром выстроились дружественные отношения, отмечают политологи. Большой потенциал в экономике. Они позиционируют себя как хаб и политический, и транспортный, и туристический. И в этом плане у нас, скажем так, видение совпадает. Да? То есть мы тоже хотим стать хабом, только уже континентальным, да, в Центральной Азии как минимум. В этом плане есть чему учиться. Инвестиционный потенциал Катара как страны. Но неудивительно, что у нашего президента есть большое желание, скажем так, укрупнять это сотрудничество. Товарооборот для наших стран незначительный – около 10 миллионов долларов. В экспорте Казахстана – готовая продовольственная продукция, текстиль, оборудование, транспортные средства и товары химической промышленности. Недостаточном уровне мы достигаем в экономическом плане, потому что товарооборот между нашими странами составляет 9 миллионов долларов на сегодняшний день. И я думаю, что этот потенциал мы можем, в принципе, увеличить десятикратным, может, стократным, потому что потенциал Катара в энергетической сфере очень большой. Сейчас казахстанские производители мяса и другой пищевой продукции выражают заинтересованность в экспорте товаров на рынок Катара. Но для этого нужно ускорить процессы по согласованию халал-сертификатов. Я вижу перспективы в аграрном секторе, потому что для обеспечения их продовольственной безопасности они, я думаю, готовы в больших объемах инвестировать в развитие производств, совместных производств, в том числе и в Казахстане. Инвестиции, газопереработка, туризм, культурно-социальная сфера – это не весь список вопросов, обсуждаемых на высоком уровне. В 2018 году в Астане была построена школа-лицей, которая теперь носит имя эмира Катара. Ее учащиеся занимают призовые места на международных олимпиадах. Последний визит, когда к нам приезжали представители из посольства государства Катар, то они спросили, какие рекомендации, какие предложения мы можем для них озвучить. Одним из предложений наших учеников выпускных классов, возможно, по какой-нибудь программе совместного опыта отправлять учиться именно в высшее учебное заведение государства Катар. Вот это было одним из предложений с нашей стороны. Но на данный момент это пока все еще на проекте рассмотрения. Образовательные проекты. Катару удалось совершить то, что является мечтой любого человека науки. Лучшие вузы мира расположены на одной территории. И площадь образовательного академгородка такая, что на ее территории 3 трамвайных линии расположены. Абсолютно все условия созданы для студентов и для профессорско-преподавательского состава для того, чтобы делать науку. Во время визита запланированы переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль-Тани. Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса. Сейчас в Дохе плюс 20. Это приятная погода для данного региона, что уже располагает к комфортному визиту. Батагоз Айджанова, Едир Ермекпаев, Жандос Битабаров, 24 КИЗ из Катара. Первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Катар называют историческим, а подготовка к приезду содержательной. Ожидается подписание межправительственных соглашений о реализации совместных проектов в Казахстане. Об этом сообщил посол Казахстана в Катаре Арман Исагалеев. Энергетика, коммуникации, банковская сфера и сельское хозяйство – отрасли, в которые катарская сторона готова инвестировать миллиарды долларов. В инвестиционной повестке двух стран строительство крупного международного медицинского комплекса в Астане стоимостью порядка
порядка 300 миллионов долларов, создание фонда прямых инвестиций в Казахстане с участием катарских и китайских компаний для развития молочного кластера, включая производство, переработку и экспорт продукции. В перспективе будет налажено производство различных продуктов, сельскохозяйственных продуктов в Казахстане с последующим экспортом в Катар. Также есть большой проект в сфере глубокой переработки зерна в Акмолинской области. Это будет завод очень перспективный. Будем сами производить и глютен, крахмал, и другие виды продукции, которые сейчас очень востребованы на мировом рынке. Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Катар придаст дополнительные импульсы развитию двусторонних отношений и повысит инвестиционное сотрудничество двух стран. Такое мнение высказал политолог Эмин Джабаров. Примечательно, что катарский бизнес активно вкладывает в казахстанскую экономику. По данным Национального банка нашей страны, объем прямых иностранных инвестиций из Катара в Казахстан составляет почти 76 миллионов долларов США. Напомню, что в Дохе Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани и премьер-министром страны, а также примет участие в инвестиционном круглом столе, где встретится с капитанами бизнеса. Вот этот государственный визит – это продолжение этой политики, привлечение инвесторов, встреча с бизнес-партнерами. На государственном уровне вот, знакомить Катар с казахстанским бизнесом, привлечение их инвестиций сюда и, конечно же, вот эти гарантии по защите инвестиций, по улучшению инвест-климата. Несмотря на то, что Катар очень маленькая страна, что Катар составляет 10% от всего населения, это очень сильное государство в политическом плане на глобальной арене. И выстраивание отношений с Катаром политически также важно для Казахстана. Уже этой весной мощность опреснительного завода в Актау увеличится вдвое. Предприятие будет производить до 40 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Модернизация стратегического объекта производится согласно поручению президента. Запчасти для технического усовершенствования прибыли из Катара, США, Индии и других стран. Монтажно-сборочные работы близятся к совершению. Тамара Степанова расскажет. Завод опресняет морскую воду по технологии обратного осмоса. Сейчас здесь вырабатывают 20 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Она подается по трубопроводу в Муналинский и Каракиянский районы и промышленную зону Актау. С прошлого года для модернизации объекта сюда поставляют запасные части из-за рубежа. На модернизацию средства выделили из резерва правительства. Большую часть технологического оборудования на завод привезла компания из Катара. Генеральным подрядчиком является казахстанская компания, а субподрядчиком – катарская. Они занимаются сбором технологического оборудования по всему миру и поставляют на наш завод. В настоящее время поступило уже 90% оборудования. До конца февраля, надеемся, поступит все остальное. Многое находится в пути, но все идет в соответствии с графиком. На предприятии уже поставили мембраны очистных сооружений, приборы и насосы, работающие под высоким давлением. Их монтаж обещают завершить весной. Стоит отметить, что в 2023 году между Мангыстауской областью и Катаром наладили туристическое сообщение. В ноябре прошлого года был открыт прямой авиарейс из Актау в столицу Катара – Доху. Чартерный самолет летает раз в неделю каждую субботу из международного аэропорта Актау. Авиабилеты можно приобрести через туроператоров в рамках пакетного тура. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Актау, 24 КИЗ. НДС повышать не будут. В правительстве Казахстана найдут другие пути пополнения доходной части бюджета. Премьер-министр на заседании Кабмина напомнил о поручении президента сохранить действующие ставки налогообложения. Олжас Бектенов также отметил, что в этом году стоит задача удержать инфляцию на уровне 6-8%. Какие вопросы еще обсуждали на заседании, расскажет Динара Абдирова. От слов к делу. Первое заседание обновленного Кабмина началось с подведения итогов социально-экономического развития страны за январь. И неспроста. Первый месяц начался с низких показателей и конкретно в сфере инвестиций, что, по мнению премьера, является упущением акиматов на местах. Стоит задача исправить положение и обеспечить как минимум 6% рост экономики. Второе уже к профильному министерству.
План первоочередных действий должен содержать конкретные эффективные меры. От всего правительства требуется слаженная работа во всех сферах экономики. Поэтому обращаю внимание на следующее. Рост инвестиций в основной капитал в январе составил всего 0,6%. Такой низкий показатель говорит о некачественной работе госорганов и акиматов. Нужно усилить работу инвестиционного штаба, который наделили достаточными полномочиями. Казахстанские бизнесмены могут с облегчением вздохнуть. В правительстве отказались от планов повышать ставку налога на добавленную стоимость до 16%. В Кабмине будут искать другие пути пополнения доходной части бюджета. Напомню, обсуждения о повышении НДС велись с прошлого года. Отечественные предприниматели неоднократно высказывали свое недовольство. На сегодняшний день пришли к мнению, что повышение ставки не требуется. Она может негативно отразиться на бизнесе и на обществе. Для этого не нужно никакого постановления. У нас сегодня в законе 12%. Развитие и поддержка казахстанского бизнеса – одна из основных задач Кабмина. В приоритете – высокий передел и экспортный потенциал выпускаемой продукции. Денежная помощь должна быть пропорциональной, отметил глава Кабмина. Другими словами, чем сложнее и технологичнее производство, тем ниже ставка по кредиту. Обращаю ваше внимание на то, что завершившийся в этом году мораторий на проверки бизнеса не должен способствовать увеличению административной нагрузки на предпринимателей. В полной мере должна применяться автоматизированная система госконтроля, которая исключит человеческий фактор. В завершении заседания Ужас Бектенов призвал министров усилить финансовую дисциплину, забыть о непродуктивных расходах и повысить эффективность трат из госбюджета в целом. И предупредил, что каждый министр и аким региона несет персональную ответственность за достижение поставленных перед правительством целей. Динара Абдирова и Ахылбек Исимсии, 24 КИЗ. Адресную социальную помощь теперь будут выдавать по новым правилам. Ее смогут получать лишь те, кто действительно в этом нуждается. Об этом заявила министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова. В частности, запустили цифровую карту семьи. Она определяет материальное положение, социальный статус, доход и уровень жизни. Именно на нее будут опираться при назначении пособий. Это должно исключить человеческий фактор и повысить контроль за их распределением. Если раньше считали только по доходам, то теперь должны иметь сведения и по расходам данной семьи. Сейчас мы ведем работу непосредственно с заинтересованными государственными органами в части интеграции информационных систем для получения данных именно расходной части, если человек претендует на адресную социальную помощь. Усилят контроль над миграционными процессами. У казахстанцев теперь появится возможность легально трудоустроиться в Южной Корее. В Минтруда разработан проект, который согласовали с госорганами и направили через Министерство иностранных дел корейской стороне. Выезжающие могут изучить в нашей стране основы корейского языка и далее сдать тест по языку и трудовой квалификации. С корейской стороны будет приезжать аудитор, который будет присутствовать в центре признания в момент сдачи тестов по корейскому языку, по квалификациям. И если он проходит полностью весь этот этап, он выезжает в Корею и свободно работает и осуществляет трудовую деятельность. Отечественные производители сжиженного газа терпят убытки. По словам специалистов, утвержденная предельная стоимость на этот вид топлива слишком занижена. Ситуация грозит банкротством почти для всех казахстанских газоперерабатывающих компаний. Как намерены решать эту проблему, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Ахшабулах, Нуралы, Ахсай. Попутный газ с этих нефтяных месторождений поступает в цеха местного перерабатывающего завода. Предприятие ежегодно производит до 60 тысяч тонн сжиженного газа. Но доходы, говорят производители, уже не покрывают расходы. Средняя глубина наших скважин 1700-1800 метров. Запасы нефти истощаются, объемы попутного газа уменьшаются. Содержание, ремонт и подготовка газа требуют больших расходов.
Недропользователи просят повысить фиксированную цену на этот вид топлива. И сделать это надо по ряду причин. Чтобы покрыть производственные расходы, поднять рабочим зарплату, отремонтировать и расширить производство, привлечь в отрасль квалифицированных специалистов и инвестиции. Представители Минэнерго обещали рассмотреть вопрос. С этого года Министерство энергетики будет регулировать оптовые и розничные цены на сжиженный газ. Это делается для того, чтобы избежать резкого скачка цены и недовольства потребителей. Мы полностью изучим этот вопрос и рассмотрим повышение стоимости продукта. Повышение фиксированной цены, говорят недропользователи, позволит открыть в стране два газоперерабатывающих завода на месторождениях Кашаган и Хара-Шаганак. Вместе они смогут производить больше 6 миллиардов кубометров газа в год. Райхан Тажибаева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, 24 КЗ. Сотрудники Департамента экономических расследований Западно-Казахстанской области выявили 4 факта незаконного предпринимательства. По 3 из них суд уже вынес решение. Кроме того, привлекли к ответственности бизнесмена, уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 600 миллионов тенге. По данным профильного ведомства, также имели место такие преступления, как хищение бюджетных средств, организация незаконного игорного бизнеса и финансовых пирамид. На протяжении последних лет у нас более 13 дел было возбуждено по организации финансовых пирамид. Общая сумма ущерба в прошлом году составила более 700 миллионов тенге. В теневую экономику также входит еще там хищение бюджетных средств. В этой части мы проводим первоначальный анализ и выявляем факты, где возможны факты хищения, направляем соответствующие письма. В прошлом году нами были направлены письма на 137 миллионов тенге. Молодежь против насилия. В Шымкенте стартовали семинары-тренинги, где студентам предлагают обсудить проблему домашнего насилия и высказать свою точку зрения. Отметим, в мегаполисе открыты кризисные центры, куда могут обратиться те, кто оказался в сложной ситуации. Постоянно работают службы психологической поддержки. Согласно официальным данным, в прошлом году 18 женщин в Шымкенте стали жертвами различных преступлений на бытовой почве. Специалисты призывают своевременно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы. Многие говорят «уят», но думаю, это плохо, потому что если промолчать об этом, типа ты разрушишь свое будущее. Так что надо просто убрать это слово «уят», либо другие что скажут. Лучше позаботиться о себе и рассказать об этом на 102, да? И другим людям, психологам, другим там, своим родителям. Сильные морозы привели к падежу скота в Актюбинской области. Табун лошадей замерз возле села Аксу в Мугалжарском районе. В некоторых местах высота снежного покрова превысила метр. По словам специалистов, такое происходит раз в несколько десятков лет. И сельчанам предстоит много трудностей. Сания Кубжасарова расскажет далее. Тут один лежит, это другой. Осталась лишь грива. Не скажу точно, но тут минимум 5 голов точно погибли. Сильный гололед и глубокие сугробы осложняют жизнь скотоводам. Жертвой непогоды стали несколько голов лошадей одного из частных хозяйств. Сельчане доставляют корм прямо на пастбище. Они переживают, что запасов сена не хватит до наступления весны и может произойти массовая гибель скота. Но специалисты утверждают, что поводов для беспокойства нет. Угрожающая для домашнего скота ситуация сложилась только в северной части области. И это единственный случай падежа. Такое природное явление наблюдается раз в 15-20 лет. Конечно, приходится нелегко, но говорить о массовой гибели скота нет повода. В регионе достаточно корма. Запасли почти 3 миллиона тонн сена. Запасов комбикорма тоже достаточно. Однако прогнозы синоптиков пока не радуют. После дождя со снегом гололед ожидается почти по всей территории области. В управлении сельского хозяйства призвали фермеров перегнать по возможности скот ближе к населенным пунктам. Сания Кубжасарова, Мансур Есхожин, Айнадин Молдабеков, Актюбинская область, 24 КЗ. В Казахстане приостановили отстрел сайгаков, но ненадолго. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов. По прогнозам Ерлана Насанбаева, в скором времени численность степных животных в стране превысит 2,5 миллиона. В связи с резким увеличением популяции отстрел возобновят. Инициатива необходима, чтобы не допустить негативного воздействия на сельскохозяйственный сектор. Эти и другие вопросы обсудили на очередной конференции ООН в Самарканде. Подробнее в репортаже моих коллег.
Казахстан – единственная страна, которую удалось спасти от вымирания, а затем и восстановить популяцию сайгаков. За 18 лет их численность выросла с 50 тысяч до 2 миллионов 600 особей. За это время ежегодный прирост степных животных в среднем составлял 42%. Мы рады, что Казахстану удалось увеличить численность антилоп. Государство приложило для этого много усилий. Мы также создаем условия для сохранения этой популяции. Улучшая окружающую среду, качество воды и воздуха, мы будем гарантировать, что изменение климата не окажет негативного воздействия на сайгаков. В Узбекистане прямо противоположная ситуация. Когда-то в стране было 80 тысяч животных, сейчас осталось всего 500. Поэтому местные власти заинтересованы в методах, которые применяли в нашей стране. Сайгаки, если им создать условия, они быстро размножаются и быстро растет их количество. Поэтому самые низкие популяции сейчас как раз устюрская популяция сайгака, вот, из пяти популяций. Поэтому мы должны здесь с Казахстаном должны работать, потому что у Казахстана у нас есть соглашение по охране сайгака и воспроизводству его 2010 года. Ну, конечно, вот это соглашение мы должны усилить по реализации этого соглашения, чтобы мы должны создать максимально хороших условий. Между тем, неконтролируемый прирост животных приносит свои минусы. Степные антилопы съедают урожай и наносят ущерб посевам фермеров. Кроме того, сайгаки могут уничтожить собственную кормовую базу, и это закончится их массовым падежом. Для решения проблемы популяцию нужно регулировать по биологическим признакам, говорят эксперты. За 2 месяца прошлого года в стране отстреляли 41 тысячу животных. Туши сайгаков отправили на переработку. Согласно биологическому обоснованию мы должны были регулировать количество, ну, изъять 300 тысяч 36 особей сайгак. Но в силу того, что, во-первых, погодные условия, во-вторых, утрачен опыт регулирования, смогли только 41 тысяч. То есть это меньше 2%. В этом году будет отложен отлов, да, осенью, с 1 сентября по 30 ноября. А это уже покажет биообоснование. Вот смотрите, для примера, в советское время ежегодно регулировалось 300 тысяч. В Казахстане охота на сайгаков сейчас полностью запрещена. Закон против браконьеров особенно строг, но правонарушения нередки. С начала года спецорганы конфисковали уже около 4 тысяч рогов антилоп. Жанна Хусаинова, Рауан Мынбаев, 24KZ. Во время обвала на золоторудном месторождении в турецкой провинции Эрзинджан 9 рабочих оказались под землей, передают СМИ со ссылкой на местные власти. На место происшествия направили поисково-спасательную группу. В настоящее время на территории ведутся работы по их спасению. Колумбийские военные изъяли свыше 5,5 тонн кокаина в регионе Никокли на северо-западе страны. Это крупнейшая партия наркотиков, обнаруженная в этом году. Местные власти сообщают, что этим они нанесли большой ущерб преступным военизированным группировкам в регионе. Отмечу, в прошлом году в стране провели международную операцию при участии 42 государств, в ходе которой перехватили рекордную партию 371 тонну кокаина и марихуаны. В семье презентовали серию книг, изданных в рамках проекта «Абай Жола». В первой коллекции собраны лучшие произведения поэтов и писателей региона. Среди них научные работы, поэтические сборники, поэмы и другие сочинения местных публицистов. Всего в свет вышли 16 книг, по 500 экземпляров каждая. Их передадут в фонды библиотек области, а цифровую копию в Казахскую национальную электронную библиотеку. Отмечу, серию «Абай Жола» планируют издавать до 2027 года. Главное наше требование – качество. Отбор был серьезным. Среди 30 представленных работ мы выбрали только 16. Проект поддержал областной акимат. В следующий раз мы планируем презентовать уже 20 книг. Сегодня вышел в свет сборник моего отца, поэта и писателя Несебека Айтула. В него вошли ранее не опубликованные стихи и произведения, среди которых есть поэма о первом космонавте Казахстана Тохтаре Аубакирове.
И как сейчас стало известно, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар, сообщает пресс-служба Акорды. В международном аэропорту Хамад в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта. Напомню, 14 февраля президент проведет переговоры с эмиром Катара и премьер-министром. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Президент также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса. К этой минуте это все новости. Следите за событиями в Казахстане и в мире вместе с нами. До встречи.